Блин, селфи сделать. Ладно, сейчас сделаем. Это, друзья мои, ну все, мы вышли с Дамиром, мы идем, короче, кушать, а потом делать покупки. Это, знаете, такое приятное чувство, когда тебе звонит муж и говорит: я тебе бабки кинул на карту, трать все. Трать все, что хотите, покупайте на свое усмотрение. Боже, как это приятно! Как это приятно! Особенно, знаете, когда ты испытываешь какие-то материальные трудности, долгое время, да? Ну, это логично, когда ты переезжаешь в новую страну, это нормально, куча каких-то надобностей и так далее. И когда вдруг наконец-то наступают времена полегче, тебе звонят и говорят: трать, трать на свое усмотрение. Боже, какие это приятные слова. Вот я сейчас серьезно говорю. Это настолько приятно слышать, что наконец-то можно какие-то деньги тратить действительно на свое усмотрение, вот, на свои хотелки. Потом обсудим. Вот, поэтому это страшно приятно. И это вот такой вот рассказ. Поделилась с вами, вот такой приятный звонок поступил мне от мужа. И это счастье. Это счастье, когда вам высылают денежку и говорят: трать на что хочешь, дорогая. Боже, как это круто. Как это приятно. О, это лучше цветов, на которые у меня аллергия. Все, мы кушать с Дамиром. Наконец-то наша гастрономическая мечта сбудется. Мы идем наконец-то кушать. Наконец-то мы идем кушать. Можно хоть 350 раз в этом моменте написать, какая я плохая хозяйка. Вот такая я плохая, да. Да. Что мы с ребенком питаемся где-то не дома. Давай встанем сюда. Так. Господи. Так. Да, вот такая я плохая, что мы с ребенком кушаем не дома. Потому что я уже говорила, мы переезжаем. Мы не тарим холодильник, наводим порядок. И все. Поэтому я практически не готовлю, честно, перекусить. В данный момент готовки уже все нормальные, будут уже на новом месте жительства по приезду из Владивостока. Вот так, друзья мои, у нас еще впереди очень много с вами приключений: смотр квартиры, переезд, гости, шашлыки, Владивосток. Боже, сколько всего у нас впереди нас ждет. Все, мы уже подходим, сейчас мы кушать. Приятного нам аппетита.